Итак, уважаемые друзья, мы с вами добрались до завершающего этапа нашей с вами работы. Сейчас мы проведем тонировку нашей фотографии, а также добавим финальные штрихи, которые сделают нашу фотографию еще чуточку получше. Перед тем, как мы с вами начнем тонировать снимок, давайте сначала создадим корректирующий слой уровня и немножечко усилим контраст теней. Перетаскиваем средний ползунок чуть-чуть вправо, до значения где-нибудь 0,95. И белый ползунок перетаскиваем влево, где-нибудь до значения 232. Таким образом мы усиливаем контраст бликов и теней на нашем снимке. Также можно немножечко сделать фотографию потусклее, чтобы она не казалась перенасыщенной. Ну, примерно так. Закрываем данный корректирующий слой. И теперь все вот эти три слоя, которые у нас с вами относятся к свету и тени, можно объединить в отдельную группу. Выбираем их все, нажимаем комбинацию Ctrl-G на клавиатуре. Следующим шагом создаем корректирующий слой, выборочная коррекция цвета. С его помощью мы придадим коже красивый желтоватый оттенок. Сначала переходим в красный канал здесь и убираем из этого канала голубой, примерно до значения минус 32 или 33, ну примерно так. Также немножечко убираем пурпурный, примерно до значения минус 11. Добавляем сюда желтого. И идем дальше. Теперь переходим в желтый канал. Здесь также убираем голубой. На этот раз можно даже посильнее, где-нибудь до минус 50. Добавляем чуть-чуть пурпурного. И усиливаем желтый. Также переходим в последний пурпурный канал. Здесь также уменьшаем значение голубого. Значение пурпурного поставим на минус 5. И увеличиваем желтый до плюс 25. Вот примерно так. Закрываем данный корректирующий слой. Вот что у нас с вами должно получиться, как видите, до и после. Единственное, нам нужно с вами оставить этот эффект только на коже. Поэтому заливаем маску этого слоя черным цветом. Выбираем маску, нажимаем комбинацию Alt-Del на клавиатуре. И теперь берем в руки кисть. Убедитесь, что она у вас мягкая. Нажим и прозрачность 100%. Начинаем при помощи белого цвета рисовать по маске. Вот таким вот образом. Только в тех участках, где у нас кожа модели. Прорисовываем здесь на глазах. Нос, щеки. Прорабатываем теперь руку и плечи. Отлично. Вот что должно получиться до и после, как вы видите. Ну и следующим шагом давайте немножечко поработаем с цветом глаз. Создаем корректирующий слой цветовой баланс и добавим в глаза немного холодных оттенков. Перетаскиваем верхний ползунок здесь до значения где-нибудь минус 15, а нижний ползунок перетаскиваем в холодные до значения 20. Ну, примерно так. Переходим теперь в тени. И в тенях также верхний ползунок перетаскиваем влево, а нижний чуть-чуть вправо. Не волнуйтесь, что вся фотография у нас сейчас стала синей. Мы также просто заливаем маску этого слоя черным цветом. Выбираем ее, нажимаем Alt-Del на клавиатуре. И при помощи кисточки, также белого цвета, открываем ее только на зрачке. Вот таким образом. Здесь и здесь. Понижаем прозрачность этого слоя примерно до 50%. Чтобы у нас появился вот такой вот красивый
клубоватый оттенок на глазах. Итак, мы с вами провели все необходимые подготовки перед тонированием. И теперь уже можем переходить к добавлению новых оттенков на наш снимок. Единственное, предварительно давайте создадим корректирующий слой цветовой тон насыщенность и понизим насыщенность нашей фотографии примерно до значения минус 35. Данный шаг мы с вами делаем для того, чтобы при тонировании у нас новые цвета не смешивались со старыми, и мы получали только те оттенки, которые действительно нам нужны. Итак, закрываем данный корректирующий слой и создаем корректирующий слой цветовой баланс. Здесь нам с вами необходимо в средних тонах перетащить ползунок влево, примерно до значения минус 35. И здесь перетащить ползунок чуть-чуть вправо, примерно до значения плюс 5. В результате наша фотография должна приобрести вот такой вот зеленоватый оттенок. Данный шаг нам с вами нужен для того, чтобы избавиться от некрасивых пурпурных оттенков, которые у нас с вами появятся на следующем этапе. А на следующем этапе мы с вами будем создавать корректирующий слой кривые. И как раз с помощью данного инструмента мы с вами будем проводить основную тонировку нашей фотографии. Давайте сначала перейдем в канал RGB, он у нас самый первый, и выгнем здесь кривую вот таким вот образом. Первую точку ставим примерно здесь. Вторую точку чуть-чуть спускаем. Примерно так. Теперь ставим точку в центре. И выгибаем вот этот участок вот таким вот образом. И вот этот участок выгибаем примерно вот так. Как видите, благодаря этому шагу у нас с вами проявились детали в тенях. Они стали более мягкими, и фотография смотрится более воздушной. Теперь давайте перейдем в зеленый канал и выгнем здесь кривую вот таким вот образом. Ставим первую точку здесь. Выгибаем примерно вот так кривую. И вторую точку ставим наверху. Тащим ее вверх. Примерно так. Теперь переходим в синий канал. И выгибаем кривую примерно таким же образом. Сначала ставим точку здесь. И ставим точку наверху. Примерно так. Закрываем данный корректирующий слой. И как видите, наша фотография получила вот такие вот красивые коричневатые оттенки. Далее давайте объединим все слои, которые у нас с вами относятся к тонированию, в группу. Выбираем их все зажатой клавишей Shift и нажимаем комбинацию Ctrl-G. И немного понизим прозрачность данной группы где-нибудь до значения 75%. Смотрим до и после. Как видите, что у нас изменилось. Ну и теперь нам с вами осталось провести финальные штрихи на нашем снимке. И работа будет завершена. Первым делом давайте проведем пластику изображения. Я хочу немножечко исправить форму шеи у модели и исправить форму руки вот здесь. Также можно немножечко подредактировать форму лица. Давайте для этого создадим объединенную копию всех наших слоев. Нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E на клавиатуре. И теперь переходим в пункт фильтр, выбираем здесь пластика. Немного уменьшим размер для кисти. Поставим плотность кисти 15, нажим тоже где-нибудь 15. И аккуратно вот эту часть исправляем. Примерно вот так. Чтобы шея у модели была ровной. И также немножко уменьшим размер кисти, подредактируем форму руки. Вот здесь. Примерно так. Ну и также дополнительно можно немножечко исправить форму головы. Сделать ее более миниатюрной. Для этого давайте чуть-чуть вот здесь вот подредактируем. И также немножечко этот участок.
Ну, примерно так. Нажимаем клавишу ОК. И давайте посмотрим на то, что у нас поменялось. Вот фото до и вот после. Как видите. Ну и последний финальный шаг. Это усиление резкости на всем снимке. Давайте продублируем данный слой. Нажимаем Ctrl-J. И переходим в пункт фильтр усиления резкости. Выбираем здесь контурную резкость. Сначала давайте усилим резкость мелких деталей. Для этого уменьшаем радиус примерно до 1 пикселя и поставим эффект на 50%. Нажимаем клавишу ОК. И применяем данный фильтр еще раз. Только на этот раз выставляем эффект на 100. И радиус ставим где-нибудь на 3 пикселя. Нажимаем клавишу ОК. Ну что ж, теперь давайте объединим все слои, которые мы создали в процессе обработки, в отдельную группу. Выбираем их все, нажимаем комбинацию Ctrl-J на клавиатуре. И посмотрим на результат, которого мы добились. Итак, вот фотография, с которой мы с вами начинали работу. И вот, что у нас с вами получилось в конце. Ну что ж, уважаемые друзья, благодарю вас за просмотр данного видеокурса. Я надеюсь, вы узнали из него что-то новое. И поняли основные принципы ретуши портретных фотографий. С вами был Кузьмичев Алексей, и до свидания.